Всем привет. Итак, сегодня хотел записать видео, почему отписываются подписчики. В прошлый раз я записывал видео, говорил, что отписываются из-за того, что присутствуют видеоролики с детьми. Это как бы одна из версий, но самая как бы частая версия, вот хотелось бы поговорить о частой версии, почему отписываются все-таки подписчики. Это, то есть они могут отписываться по 30, по 40 в день иногда. Вот, просят меня узнать, то есть в том видео вот в комментариях просят узнать, почему это так, почему так отписываются. И посмотрев на свои, вот получается, статистику свою подписчиков, вот я взял за 90 дней, сейчас возьмем за 28, здесь видим, что вот у меня восстановилось все нормально теперь. Но вот все-таки, если взять за 90 дней, посмотреть в прошлый раз, как было, вот они у меня отписывались, видите? Вот в минуса уходил. Вот, то есть, минус 2 было у меня. Минус 8. То есть, вот это вот место, как бы вот эти вот места, они бы тоже как бы минус, там, минус 20, минус 30 могут быть. Ну, так как у меня здесь минуса не уходило. То есть там добавилось, например, 30, отписалось 30, может быть и такое. Поэтому здесь по нулям. Вот. И вот столько вот времени я об этом не догадывался, почему они все-таки отписываются. И поняв где-то вот в этом районе, 17 декабря 2020 года, поняв все-таки, почему они мне отписываются, у меня пошло все наверх. То есть суть в чем была? В том, что есть как бы, ну, уже не секрет, стримы, где приглашают на чай. Они как бы других приглашают на чай, тем самым привлекая к себе на свой канал, отправляет ссылку на свой канал в стримах, люди переходят, подписываются, этот человек подписывается к нему, как бы взаимно подписывается, и спустя через некоторое время YouTube автоматически их двоих отписывает. Почему так происходит? Чтобы раньше такого не было, подписывались очень много людей друг на друга, и ничего не было. Сейчас такое уже невозможно, так как YouTube, руководство YouTube, наверное, поняло, что риски, как бы набор подписчиков, получается, нелегальных, ну как нелегальных, получается, они же не заинтересовались их каналом, у них цель была подписаться, то есть набрать подписчиков, и тем самым взаимно подписывались. Поэтому YouTube такие вот оферты как бы отписывал, наказывал тем, что отписывал подписчиков. И есть такие случаи, даже вот я обратил внимание, что подписался на человека, и YouTube отписал, то есть численность повысилась, например, там было 251, подписался на меня человек, стало 52, то есть 252, и я этого человека вижу, что он добавился ко мне. И резко стало, например, 251. И я смотрю на, получается, вот захожу вот здесь в главном, получается она. То есть нужно сходить в главное. Вот мы были
в аналитике, зашли в главное. Так, спускаемся вниз. Вот новые подписчики. То есть вот недавно подписался, например, Сергей. И получается, спустя некоторое время, то есть у меня стало 252. И спустя некоторое время у меня резко стало 251. То есть там спустя час, спустя два. И этот же человек, как бы у меня остается, Сергей, например, а численность изменилась, например, 251 стало. Я не мог понять, из-за чего, кто отписался. Оказывается, посоветовавшись с другими блогерами, тоже в комментариях я их у них спрашивал, они то же самое говорили, что численность, как бы тоже замечали, что численность остается, как бы фактическая, а вот именно цифра, то есть подписчиков, она сокращается, то есть минусуется. Вот. Ну, правда это или нет, я не знаю. Но факт в том, что не замечал это и не я один. Другие блогеры тоже это замечали. Вот. Вот это как бы является, ну, как взаимная подписка, если уж пойти прямым путем. Да, из-за взаимной подписки. Вот. Так. 90 дней. Вот. Поняв, что из-за взаимки, перестал я подписываться на людей. И у меня резко начало все расти. Вот. Ну и не это только еще послужило этому. То есть у меня отписок больше, вот как вы видите, не было. То есть старайтесь выкладывать видео, полезные видео, и предлагать подписываться на свой канал. Но не стоит взаимничать, то есть взаимно подписываться друг на друга, так как с Ютубом это не прокатывает больше. Ну, всем пока, что ли. Подписывайтесь на канал, если это было полезно. Дальше я буду выкладывать еще интересные ролики по поводу этой темы. Вот. Всем пока.